Более 200 юных мастеров ракетки и валанчика собрались 4 октября в Омске. Здесь, на площадках спорткомплекса «Юность», в седьмой раз прошел всероссийский турнир юношеской серии «Гран-при» по бадминтону на призы Андрея Антропова. За медали в одиночном и парном разрядах, а также в миксте, сражались юные спортсмены из 15 регионов России. Из года в год уровень омского турнира растет. На сегодняшний день соревнования имеют статус 3 звезды, что является наивысшей оценкой в бадминтоне. Это значит, что рейтинг у участников наиболее высокий. Все стремятся завоевать призовые места. Сам турнир приобрел этот статус в ходе его проведения за этот ряд лет. Ну и, естественно, это подразумевает наличие неких параметров, то есть количество регионов, количество площадок, форматы зала и уровень организации. В общем-то, Омск завоевал это право давно, и мы умеем организовывать эти турниры. Наш земляк, мастер спорта международного класса Андрей Антропов, сильнейший бадминтонист России конца 80-х, начала 90-х годов. Новое поколение спортсменов, безусловно, равняется на прославленного омского бадминтониста и продолжает победные традиции. В прошлом году омичи сумели завоевать 9 наград различного достоинства. Юлии Васильевой 12. В бадминтон она пришла из тенниса и начала показывать хорошие результаты. За 4 года в новом виде спорта Юля – призер первенства России. Мне показалось, что бадминтон – это интереснее, быстрее. То, что валанчик, он летит. Теннис – это долгая игра, такая медленная, и нужна физическая подготовка очень сильная. А я была тогда маленького роста. А сейчас здесь мне понравилось, я один год отзанималась, и дальше сейчас занимаюсь, мне все больше и больше нравится. Бадминтон – вид спорта доступный и интересный. С этим утверждением в один голос соглашались участники турнира. Мне бадминтон очень нравится, там нужна скорость, реакция. У меня это все есть, и я могу победить. Наша знакомая, омичка Юлия Васильева, по итогам турнира заняла первые места в одиночном, парном и смешанном парном разряде среди юношей и девушек в тандеме с Павлом Коцаренко из Владивостока. Также достойно выступили на турнире бадминтонисты Пермского края и Башкирской республики.